препарирования, разработанное ООО. Еще раз объясняю. Я, еще раз повторяю, смотрите. Державное підприємство ОСС. Ви, як народний депутат, перевіряли цю інформацію? Значит, еще раз вам повторяю. Державне підприємство може видати під фейкові персональні дані. Ви сейчас задаете вопросы, касающиеся государственного предприятия ОСС. Прошу вас обратиться в государственное предприятие ОСС и получить об этом информацию. Ви повідомили про те, що ця декларація з'явилася в мережі. Яким чином вона там з'явилася? Она там появилась. Она там появилась, когда я решу об этом описать в своих мемуарах, я об этом опишу. Кто вносил эти данные? Слушайте, я не знаю, кто их вносил. Обратитесь, пожалуйста. Да, это мои вопросы. Звідки ви дізналися про те, що ця декларація опублікована? Это мои вопросы.